Итак, сегодня президент объявил, что в Казахстане продолжат субсидировать кредиты малого и среднего бизнеса. Помощь обещают оказать наиболее пострадавшим отраслям, а таковых после пандемии действительно немало. С нами на прямой связи из Актобе член Палаты предпринимателей Берик Заиров. Берик Кожандалевич, добрый вечер. Вот для того, чтобы удержать малый и средний бизнес на плаву, принимают сегодня на самом деле беспрецедентные меры поддержки. Сейчас мы уже можем понять, насколько они эффективны для отечественных предпринимателей? На текущий момент меры поддержки МСБ недостаточны. Комитет МСБ МПП «Атамекен» с начала пандемии активно организовывал работу бизнес-сообщества, ассоциаций и готовил предложения в правительство. Обсуждали эти вопросы, предложения с министерствами. Однако много предложений не было принято. Считаю, что создание агентства по стратегическому планированию и реформам, а также агентства по защите конкуренции даст толчок новым реформам и защите и поддержке малого и среднего бизнеса. Долю МСБ ВВП планируют увеличить до 35%, а число занятых до 4 миллионов человек. Ну, надо сказать, амбициозные планы. А вот на ваш взгляд, насколько это возможно, учитывая нынешние реалии, а главное последствия пандемии? При серьезных реформах внутри Казахстана, а также отстаивании интересов Казахстана в ЕС, считаю, что цель достижима. Коротко, но ясно. Спасибо большое вам за ваше мнение. С нами беседовал член Нацпалаты предпринимателей Берик Заиров. Мы продолжим.